Всем привет! Сегодня мы посмотрим, как можно взломать игру Need for Speed Most Wanted. Да, эта игра довольно-таки новая, но все же. Заходим на сайт android.ru или просто гуглим русский Play Market. Все равно первый сайт у вас попадется этот. Сайт очень хороший, тут очень много игр, приложений, которые можно и обычную версию скачать, и кэш скачать отдельно от них. Там вставлять взломанный кэш. Короче, и сами моды. Ищем здесь, опускаемся вниз. Сделаем еще. Ищем здесь нашу игру. Вот она. Need for Speed Most Wanted. Нажимаем скачать. И устанавливаем мод. Много денег. Отсюда нажимаем скачать. Сейчас. Еще раз. Только один раз. Сейчас он будет говорить, что вот, пожалуйста. Файл этого типа может причинить вред вашему устройству. Его не надо слушать, он всем врет. И ждем, пока у нас файл скачается. Без 15:05 с утра. Самое лучшее время для съемок видео. Скачивает она довольно-таки быстро, вот только там вроде внутреннее обновление какое-то должно быть или что-то. Сейчас посмотрим. Все скачалось. Кликаем по ней, настройки дальше. Неизвестные источники. Окей. Далее установить. Ждем установки. NFS. И открываем приложение. Скачано. Закрыть и больше не показывать. Вот, NFS Most Wanted требует примерно 612 памяти для загрузки. Короче, загружаем и ждем. Немного здесь придется подождать, но ничего, времени у нас много. Хотя вы можете перемотать это видео сразу на тот момент, где уже закончится загрузка. Я укажу на экране, на какой минуте, блин, этот тупой клеймастер. Семь. Восемь. Или же просто я перемотаю этот кусок. Часть этого видео. Почти все. У нас еще 5 минут осталось. 20 минут сделок, потому что думаю, хватит. Ну, в принципе, хватит. 97. 98. 99. И 100. Наконец. Звук уберу, чтобы меня лучше слышно было.
И вот тут ваши честно накопленные деньги. И машина, естественно, которая у вас уже имеется. Ну, в принципе, все. Красивый график. На этом мы будем заканчивать уже. Всем спасибо за просмотр. Удачи.